сцена, которую мы пропустили из-за того, что стрим упал. Ну, частично. О да! О да! Охеренно! Посмотри на это, сучка! Валим! Валим нахер с этого острова! Блять! О, мой дорогой! Блять! Блять, давай это же! Нечестно. Ну давай, малышка, ну! Пиздец! Нет! 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 Мин, выбирайся! Мое спасение — это смерть, но не это. Эф, судя по всему. Минус гейп. Позор вашему другу. Вы крепче, чем он. Вас не сломить, так ведь? Клэр, девочки нет. Клэр вообще похеру. Так, даже это дальше уже пошло. По-моему, вот на этом закончилось все. Я не уверен, но вроде так и есть. Теперь сюда. Я что нажал-то? Я что-то нажал. Я продолжить нажал. Мы откуда продолжаем-то? Ранее в откровениях, да. Звук включить забыл. Куда меня привезли? Забанишь, сейчас продолжаем или что? Подожди, эпизод 2? В смысле эпизод 2? Я думал, прошли эпизод 2, нет? Почему, прошли это или не прошли? Или я просто загрузился? Нет, этого не было еще. Слушай, солнышко, мне нужно туда добраться. Поможешь? Мойра. Нет. Не поверю. Не может все так. Мойра. Нет, Мойра хорошая. Да, у нее доброе сердце. Уверен, что она видела в тебе что-то от Полли, ее сестры. Этот браслет у тебя откуда? Не знаю. Женщина говорила через него. Вроде бы точно все не помню. Женщина. Смотрительница. Я читал отчеты об ее эксперименте. Так, это мы попали в этот, да? В то место, где только что они были. Барри, смотри. Чего? Ты что, писать хочешь? Чего смотри?
Чё смотри-то? Эдвард Томпсон. Он из Терра Сейф. Сейф? Отлично английский. Черт, потому я ей велел не ввязываться. Там еще ходят. Тебя не суровые. Я разберусь с ними по-тихому. По-тихому? Ну ладно, по-тихому. Чика стелс. Чика стелс. Стелс. Да ну не. Я так не играю. Стелс еще. В резидентах. Резидент же экшен. Да мозг и пропитанный просто экшеном. Геймплей. Какой, блядь, стелс? А чё вообще? Мне нравится, как он руку ставит, чтобы она не упала, знаешь. Не. Стелс. А вот и стелс подъехал. Зараза, нужен ключ. Ключ у кого-нибудь? Или просто в доме. А чё карта никакая не показывается? Вроде карта была какая-то. И они решили ее выключить просто. Нахер она нужна, мол. А чё, я не вижу никаких входов сюда. Чё за прикол-то? Хорошо. Натали, ты проход мне в этот домик находи. Да ну не. Натали, мои печали, Натали. И вали. Да где, ну? Хоть что-нибудь. Да серьезно? А назад нельзя, да? Назад нельзя. Я что-то упускаю? Может, мы просто дверь с гранатомета какого-нибудь вынесем и все? И вопрос решен. Потому что я что-то проходов никаких... Проход? Ты куда проход взялся? Их тут полным-полно. Двое? В смысле? Дымовая бутылка. Давай. Уебашит. Нашел тебя. Так, давай, взломщик кодов. Где тут? Два замка.
Где? Тут? Че, на краю что-то? Нет. Нет. Здесь? Эй! Будь, буду. Так, инвентарь. Вертухай мне это все. Вот это тоже давай сюда. И это сюда. Это уже максимум. Хорошо, пойдем. Да что так дышишь? Возьмешь? Возьмешь? Травка-то пригодится. Без травки-то нам никуда. Да посошу. Да. Че, еще стелс-проги-то будут? Мне уже прям не терпится. Че? Я не поставил? Куда тебе надо его поставить? Я думаю, только он умеет таскать эти ящики. Охренеть. Нахрена не сделали белыми монетки. Здесь что-то еще есть. Ну, вон же лестница. Нам надо на крышу залезть. Ну, очевидно же, ёпта, игра. Что тебе не так? Я опять что-то не заметил и просто триггер не сработал. Ну, то это очевидно, ящик нужно поставить, чтобы кто-то залез наверх на лестницу. Нет, разве нет? Это не так работает. Спасибо, игра. А все это время мне просто писала кнопку X нужно нажать. И я поэтому думал, что нужно кнопку X нажимать. Но на деле можно еще кнопку A нажимать. Да. Так. Передать. Ключ. А фу. Вот это нам поможет. Думаешь? Где-то тут, да? Ей. Где-то тут. Здесь что-нибудь вариант скрафтить? Нет? Абсолютно нихера. Ладно, пойдем. Теперь у нас есть ключ, можно уходить. Ты спрыгнешь здесь? Нет. Здесь по-нормальному. Хорошо. Хорошо, игра. Хорошо. Дадут ли нам отсюда уйти? Вот в чем вопрос. Это же капком. Это же капком. Капукон. Смотри, дают уйти. Чисти. Шедевр. Нихера не подозрительно выглядит. Где-то здесь вы встретились с Мойрой. У большой башни. Пройти через деревню. Хорошо, ну сейчас пройдем. Не выбрал, да?
Ты дед. И чё? Ну, появился и появился. У меня просто Switch есть, так. Скайлайн это же. Да ну, где? Невидимо. Или подожди, Skyline это PS2 эмулятор. Нет? Я забыл, что это за эмулятор. Впереди! Ты не видишь? Невидимые монстры. Ну, приплыли, ёпта мать. Чё там такое? Ну, видимо, за нее придется идти. Сейчас, блядь, этот выйдет с Bloodborne, с DLC. Наваляет нам лещей. Этот, как вот, сын кого-то там. Сирота Касса, что ли, как его там звали. Окей, невидимые противники. Передаем привет Resident Evil HD. Барри, там что-то есть. Я не понимаю, что ты видишь. Покажи направление. Направление? Очень близко. Какое направление? Невидимые монстры. Ой, весело будет. Прям мысль читаешь. Давай-ка переключимся на пистолет. Пожалуй. Да тут к херам все разгромили. Трель. Так, мы можем сделать огненную. Давай огненную. Угу. Чё там? Все выключали, выключали, а мы пришли, все включили назад. Такие молодцы. Все-таки. Сапфир. Роскошно. Че случишься? Не случи. Я так понимаю, Барри пойдет по той дороге, по которой этот шли мы в предыдущем эпизоде. Но там был тупик. Ну, вернее, не тупик. Там была стена, это как ее, дрелью закрытая. А мы пошли немного по другой дороге. Чего? Нет, нам не сюда? А куда нам тогда? В смысле? Вот этот поворот. Ну хорошо, давай сюда. Это был какой-то еще вроде выход. Но это явно не он. Нам же сюда ведь. Правильно я понимаю, что они хотят. Так,
патрон. А это что такое? Это кирпичи. Стоять, 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 стоять. Одного выстрела хватило, ладно. Видимо, нам сюда. С других вариантов у меня пока нету. Да, нам сюда. Как они ловко сделали, чтобы за Наталью был смысл играть вообще? Ты через стену видишь или что это такое? Или это кровь просто на стене? Чего вообще каждый раз, когда я на нее переключаюсь? Раньше я тут пролезала. Какие-то пятна красные по бокам. У нее ХП не полное, что ли? Да, вот мы вот тут. А, они ее подняли. А Барри-то не может поднять. Даже не трое. Ну иди вперед, Тадач. Ловить хотела. Не-не-не. Мы, наверное, не залезем. Нет! Тут какие-то флешбеки сейчас были из Резидента с пятого. Русский тоннель, блядь, и собаки выбегают. Зигзагами. Только там собак было больше. Здесь хотя бы две. И то неплохо. Идите к башне. Хорошо, я иду к башне. Не замерзнешь? Не. Так где твои мама с папой? Они умерли. В Терагригии. Ты там была во время паники. Господи. Терагригия. Очень нелегко. Ты из мультфильма, да? Девочка. Спасибо. Из Generations, как она там называлась? Таких, как ты, от биотерроризма. Тех событий не должно было быть. Тебе кто-то помог? Террасейв дали мне дом. На объекте. Извини, Наталья. Больше вопросов не будет. Это, может, ей хильнуться нужно? Я что-то не понимаю, что у него за пятна на экране. Дай попробуем. Нельзя использовать. Нельзя использовать. Супер странно тогда это. Чё это? Домовой порошок, в жопу его засунь себе. Я тут не по стелсу пришел играть. Там. Мы идем? Это кто там такой сейчас следил? Мне так страшно стало. Внезапно. Так, тут обычные. А, мы можем через нее определять. Да, все, окей тогда. Ага, я видел в ноге у него что-то. В левой или в правой. А нахуй бы ты не пошел? А не пошел бы нахер. Так отойди, блядь. Тут монстр. Кирпичом ему въебло.
Беспардонная маленькая дрянь. Тут есть монстр. Внутри. На! Внимательней. Куда идем-то? Вверх идем. Борисыч. Борисыч. Дрель. Ваш дрель. Так это все Барри. Ясно. Слышь, если с дрелью кто-то работает, это Барри. И что, они сюда залезут? Они вряд ли смогут. Ладно, пойдем. Как много. Ой. У тебя все норм, чел? Куда он ломанулся-то? Вот етить твою. Что за новое говно? Так, в голове. Да ё... блять. Попади ты, ё... того где? Тоже в голове. Ты что, издеваешься надо мной? Она застряла. Ну-ка, иди взламывай коробку. Но если там будет кирпич, я обиделся. Тапас! Кто-то прямо за дверью стоит. Хорошо. Барри, ты что залез на... Ты что тут устроился? Кто-то бежит в нашу сторону, нет?
Блять. Все сбил. Так, ту часть, которую нужно сбить, нихера не сбил. Нормально, ладно. Ногай. Ткань. У меня места нет для ваших тканей. Порох. У меня нету. Или есть? Нету места у меня. С винтовки надо пострелять, место освободить. Хотя, может, не надо. Не надо. А магнум чё? Магнум перезаряжен? Да, на максимум. Алё, пойдём. Бля, чувствую. Чувствую, надо переключаться. Это открытая локация. Подожди, мы назад идем, что ли, или что? Или нет? Мне кажется, я здесь был. Башня в той стороне, ёпта, бля, ты бесишь. Бежали. Как я сделал круг и вернулся назад? Ну что это такое? Ну это так не может быть. Жуть какая-то. Как так вышел? Черт пойми. Все потому, что я наверх пошел. А внизу было закрыто, да? Правильно же понимаю? Где ответ на все вопросы, блядь? Патроны магнума еще? А где тогда выход, который нам нужен? Вот в чем вопрос. Может, надо на ящик на какой-то залезть. Или вообще вот сюда. Вот сюда, скорее всего. Борька! Окей. Какая нога? Левая, правая? Блин, ты откуда взялся? Что кинулся-то в меня чем? А, этот звездун. Кидается, блять, он. Домой иди.
Окей. Иди первый. У нее получается она проще, она просто знает, где противники стоят и может определить их слабости. Да ты где? Снизу, что ли? Где-то здесь, на этом этаже, да? Выстрелил. Еще кто-то? Очень близко стреляй. Как же в глазах репит от этой картинки, жуть, блять. Там кто-то есть. Осторожней. Жижа. Где? Угу. Понял. Выстрелил. Это как противники из этого, из четвертого резидента, там такие похожие были. Забавные пацанчики. Которые тоже были невидимыми. Но те нападали, прям напрыгивали на себя. Эти больше это просто что-то туманят зрение тебе. Да в смысле? Иди в пень, блядь, играю. Миллиметром, сука, ошибаешься, тебя просто выкидывает. Где-то здесь. Окей. Патроны к винтовке, давай сюда. Не понял. Так, ну чё мы тогда сюда пришли вообще? Чё-то я нихера не понимаю. Вроде выход здесь должен быть. Ну, в смысле, не выход, проход дальше хотя бы. Но чё-то ни дверей, ничего. Единственные две дороги. Идти заблокированы ящиками. Может быть, Барри может поднять ящик, я не знаю. Нет. И этот тоже не может подвинуть. Хунай тогда получается какой-то. Хунай. Ну, в другом месте поищем. Есть ли на этом этаже что-то еще? Нет. Здесь... Сюда мы пришли.
Другой момент. Зачем здесь это? Патроны к пистолету. Дырка куда-то вниз. Хотел бы я проверить, куда. Я помню, что мы в другой компании туда падали. Это был куда-то в другое место немножко дорога. Туда, где мы уже были. Так, эти ребята ушли сюда куда-то. Здесь они проходили вроде бы. Думаешь? Тут я встретилась с Мойрой. Хорошо, давай ускоримся. О, да, вот тут мы проходили, и тут как раз дрель нужна была. Они типа вон туда пошли. Так. Пойдем посмотрим, что здесь. Здесь закончилась сюжетка девчонок. Они туда пару шагов сделали, и началась кат-сцена. Тут мы расстались. Хороший дядя пришел и забрал меня. Хороший дядя? Из Тарасейф, он спас меня. Mm-hmm. Интересно, дошла ли Мэра до башни? Пойдем. В следующей главе узнаем. Изменилось. Страшновато, да? А как ты, блядь, одна полгода выживала тут? Жесть какая-то. Не, вот этот кирпич мне больше нравится, чем тот. Клинические испытания какие-то тут происходят, понятно. Ёптель-моптель. Смотрительница, по-моему, головой поехала немножечко. Кстати, где она? Время показать ее. Наверное, уже, да, нет? Да, нет, нет, да, нет, нет, да. С Вескером. Это и есть Вескер. Та-та-та! Алекс Вескер. Алекс Вескер. Двое Вескеров? Да это чушь полнейшая. Вы наконец-то пришли! Я знаю... G-вирус. Что придет?
Вот это... Тоже вангуешь? Конец эпизода. Да. Конец эпизода 2. Ужас какой. Навыки. Что там я хотел-то за 8000 что-то купить? Да, укладка кирпичей. Усиливает силу атаки кирпичей. Да, да, там. Пускай будет прокачано до конца. Дальше 5000. Добивание монтировкой. Лечение издали. В идеале было лучше это прокачать, да? Почему нет? А что это такое? Копление физической силы. Так, ножом при рывке. Что-то потому что стоит дополнительный урон. Оу. Дополнительный удар? В смысле? Ладно. Далее. Чат сегодня тихо. Резидент всем нравится, я так понимаю. Ранее в откровениях. Мама дорогая, моя жизнь прекрасна. Эта сука меня иглой тыкала. Трах запускает вирус. Трах? Лезь на крышу. Видишь? Мы как... Трах запускает вирус. О, мой дорогой Грегор, это нечестно. Клэр, девочки, нет. Мойра хотела дойти до той башни, когда я была с ней. Парри, там что-то есть. А я тебя жду. Да уж, припарковался что-то. Тут мы расстались. Хороший дядя. А что-то мы этого не видели даже. Пропрепарковался. И, конечно, мы начнем не с этого, да? Мы начнем с другого. Чтоб продолжение просто этой драки было под конец эпизода. Эпизод 3. Приговор. Judgment разве приговор? Признание и ложь одно и то же, что признаться человеку лжой. Лжой? Че, блядь, я сказал? Признавайся человеку лжой. Клэр, есть что-то? Нет, ничего. Мойра, глянь. Кто-то записку оставил. Написано: идите к фабрике. Они вообще туда не пошли. Почеркнила. Идем. Окей, девоньки мои, пойдем. Я надеюсь, невидимых противников не будет. Могу поверить, что потеряли ее. Я даже не спросила имя. Может, она просто спряталась. Поищем ее по пути. Фабрика. Действительно, фабрика. Так вот, Клэр, зачем наш босс свалил? Я не знаю. Нил просто иногда так делает. Угу. Подозрительно. Подозрительно. Очень подозрительно, что он так делает периодически. Что? Чего? Опа. Так, здесь все заряжено, здесь не перезаряжено. Тут не перезаряжено. Здесь перезаряжено. Упадем. Добро пожаловать в Кирлинг, в место, где всему приходит конец.
Кёрлинг? Опять она. У нее глаза будто везде. Подозрительное место. Повнимательней. Дай-ка ты сначала в красную дверь. Узнаем, что нужно. А то что-то у этой игры какие-то странные чекпоинты. Мало ли. Сканирование сетчатки. Ща принесем глаз чей-нибудь, не переживай. Фабрика. Замок. Пазл. Бейджик Нила. Это сам Прометей, прикованный к скале захищения божественной силы. Теперь еще здорово. И печень надо принести. Ценю. Здорово. Надо спешить. Я нужна Нилу. Ты нужна ему? Поищем внутри. Я понимаю, ты в него это втрескалась прям вообще. По самой не балуйся. Вечно тебя на каких-то мужиков странных тянет. Добро пожаловать в ад, надпись на стене. Шмар. Музыка, не тебе шуй. И давно ты тут лежишь? Так, у нас есть бутылка, у нас есть это. Я что-то все бутылки потратил, походу, да? Да, делаем так. Нужен мне этот пахучий химикат. Для чего он нужен? Бутылка-ловушка. Не. Отдай ей. Хотя вообще выкини, но. Пусть валяется здесь. Да. Дверями не учили ходить. Еще пустая бутылка. Ключ от технологической установки нужно. Хорошо, можем что-то еще сделать? Спирт нужен. Доброе утро, товарищи. Этот светлый Доброе. День предвещает светлое будущее. А что так громко-то? Обохмелитесь, помойте руки и в столовую. Какой, да? Фабричный дух прямо сразу. А вот велитесь, помойте руки в столовую. Ткань. Впервые. Не страшный туалет в хоррор-игре. Впервые. Здесь тоже сетчатка глаза. Серьезно? На фабрике. Значит, просто так не войдет. На фабрике, в которой люди опохмеляются. Эти уроды не умнее пробки. О, блять, они теперь будут трансформироваться, что ли? Алло. Ну, конечно. Просто идею за ним вот это. Есть что? Порох. Нахрен нужен. Да ты-то, блять, откуда? Че, подождем? Я так понимаю, вы теперь вставать будете постоянно.
Ну давай, вставай, ёпть. Не будешь вставать? Ни хера с тобой. Ну конечно, это не фабрика, а ебанутая фабрика. Не фабрика, а ебанутая фабрика. Но... Нужен ключ. Нужна... Так, ну-ка, подожди. Может быть такое, что... Ключ может быть не на видном месте. Патроны к дробовику. Возьмем. Ничего нету. Ничего нету. Ну и ладно. Ищем дальше. Это мы по кругу прошлись, да? Правильно понимаю? Да хуй! Не вставай. Да чего? А, Мойра, отойди, пожалуйста. Мойра, Мойра, Мойра. Молодец. Ну кто в этом виноват? Ты виновата. Ну что, может быть здесь? Ты заперта с другой стороны. Иди, твою мать, где проход-то? Ну неужто это? Серьезно? Прямо вот так, да? Клэр, наверх посмотри. Я уже вижу. Что-то не то, чтобы я этому рад. Дай-ка прикину ситуацию. Смотри-ка, в клюве ключ. Надо найти способ взять его. Искусственный глаз. Понятно. Не надо. Ключ, я так понимаю, тоже не взять, да? Стоп. Стоп, 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 стоп. Вот это я и не заметил. Тебе принять свою смерть тихо по-взрослому. Давай. Орел-то высокий. Сейчас сломается быстрее, наверное, да? Ну, либо мы умрем просто. Окей, но я все еще не знаю, как что с сетчаткой делать. Рабочий день начинается. За работу, товарищи. Ёб твою мать! Ты дурак, ты не выбегай так, блядь, из дверей. Рабочий день у него, блядь, начинается. Как нахуй там, блядь, чё в лоб? Блять. Мойра, отойди. Мойра.
Все думают, что, наверное, под такую музыку было бы норм работать. То понимаешь, что она, наверное, весь день эта музыка играет у них. Наверное, крыша едет от этой музыки уже. Так, ну ключ-то я, может, и взял, а вот... Отстань. Отстань, говорю. Ну и где теперь искать эти двери, которые закрыты на ключ? Вот эта дверь вроде закрыта была на ключ, да? Не помню. Да. Так и есть. Здорово, пацаны. Ты чё, блядь, Бэтмен, ёпта мать? Мурак, что ли? Как сунуть я сейчас? А к этому просто назад вернулись, не? Мы же здесь были, да, похоже, химикат мой лежит вон. Угу. И что это? Чего? Светлое граффити в помещении. Блуждаешь во тьме? Пролей свет на происходящее. Нет, наверное, надо Мойру использовать, да? Охуеть! Я не думаю, что можно наступать куда хочешь. Да. Давай только без резких движений. Не выйдет. Не слишком замудрённо ли Капком? А, Капком? Пригодится. Думаешь? Кто-то дик нарисовал. Еще один дик. Так, ну-ка, гуа перерыв, гуа высер.